Завтра у меня будет день рождения. Для меня это примерно вот здесь. Похороны на этом уровне, а день рождения на этом. Мне интересно, что же они мне подготовили? Помню, мне было 2 месяца с половиной, мы что-то праздновали в Лисберге. Мы наняли бородатых женщин, толстяков и карликов. Но шампанское на завтрак меня тоже устроит. Заткнешься, может? Да, да, без проблем. Подожди минутку. Я совсем забыл, что у нас тут дом престарелых. Сорян. Скоро сиделка сменит тебе подгузник. Я начал волноваться, потому что приближаются военные учения. Я подумал, что будет разумнее подготовиться к ним заранее. Я уже не спал 4 дня. Жду, когда прозвучит сирена. Я подскочу, как дикий котяра. Страшись вражина моих коготков. Тревога! Всем приготовить снаряжение и собраться для проведения военных учений. Охренеть! Вся казарма подскочила, чтобы меня поздравить. Приятно. Тревога! Призывники. Итак, сегодня вас ждет испытание на выносливость. Проверим, как вы переносите усталость и голод. Я знаю крутой рецепт, кстати. В Рамадан на ура заходит. Короче, лосось, картоха, корнеплодов всяких можно добавить. Пахнет, как у девок между ног под вечер. Че, нюхал хоть раз, а? Туда, оп. Фу, тебе пора помыться. Вот свинота. Сами увидите, что вы способны вынести больше, чем думали. Каждый получит берет. Начинаем с полосы препятствий. Вперед! Нам перекусить дадут? Ну, йогурт какой-нибудь хотя бы. Не останавливаться. Быстро. Живее. Уникальное предложение. Я дарю вам прекраснейшую возможность. Купить одноколесный велик на Фейсбуке. Крутая штука. Никто, кроме вас, его не оценит по достоинству. Также могу предложить толстовку с наушниками. Они встроены прямо в шнурки толстовки. Прикиньте. Сеттер, что-нибудь возьмешь? Нет. Итак, теперь вы попали в засаду врага. Нужно унести раненого с поля боя. Кто хочет передохнуть? В курсе вы или нет? Но у меня, если что, сегодня день рождения. Чтобы потом никого не замучила совесть, я предлагаю понести именинника. Есть возражения? Отлично, прошу. Да? Ложись. Классно. Я думал, носилки твердые, но на деле вполне терпимо. Затягивайте ремни и несите раненого. Давай-ка сюда. Полегче, полегче. Ценный груз несете вообще-то. Приветствую. Я Пол Джефферсон. Перед вами спецназовец и специалист по выживанию. В Норвегию я переехал по любви. Ее звали Элизабет. Жаль, она не любила анальный секс. Итак, я думаю, многие из вас успели проголодаться. В лесу всегда можно найти пропитание. Но опасайтесь ядовитых грибов. Выплевывай быстро. Давай, дави сильнее.
Они опаснее грибка стопы или подагры. Ты хоть раз травился? Давай уже, блин. Надо, чтобы вырвало. Сам себе спасибо скажешь. Нихера? Слышь, ты знал, что у нас и в горле яйца? Можешь себе похлопать. Ценный урок получил. Бля, сорян. Всегда кто-то пытается привлечь к себе внимание приезжего американца. Продолжаем. В лесу полно всякой еды. Часто можно найти голубику. Я как-то нашел арбуз. Если точнее, корочку от арбуза. Похлебка из коры. Но если сильно прижмет, можно задушить ворону. Или убить дятла какого. Как видите, возможностей прям море. Остальные секреты расскажу уже по пути. Все, выдвигаемся. За мной. Долго еще? Спина уже деревянная. Стойте, стойте! Приостановитесь на секунду. Я морожку нашел. А, не. Ошибся. Ложная тревога. Это хрень какая-то. Шевелить. Пришли. Опускайте носилки. Ну тише вы, тише. Аккуратнее. Устроим привал. Кто-то устал? Я успел на носилках передохнуть. Единственное, я немного проголодался. Отдохнул он, а мы голодные. У меня день рождения, если что. Поздравляю. Недружелюбно как-то вышло. Виноградику бы сейчас поклевать. Лили Хаген, ты как? Прекрасно, лучше не бывает. Я тут таблеток купил у Грима Торкельда. Это от них он гиперактивный такой. Их спецназовцы специально пьют, чтобы подолгу не засыпать. Мощная, блин, штука, в общем. Так, отряд, остаемся на ночевку. Поспите, пока разрешаю. Тебя тоже касается. Так точно. Если я правильно помню, последний раз я был таким голодным, когда мы с папой охотились в Найроби и ели монгольского горного козла. Хонг сидела возле палатки и закидывала в себя куски вяленого мяса. Ей так живот скрутило. Смотреть было страшно. Ее тошнило, у нее воняло изо рта. Я подумал, надо искать новую домработницу. А вот и он. Как всегда, вовремя. Привет, привет. Не заблудился? Нет. Я именинник. Да? Поздравляю. Ух ты! Я боялся, что у вас доставка только из Эгена. Шарики с гелием и раскисшие бургеры, сам понимаешь. Каждый раз разочарование. Какая красота. Спасибо за доставку. Хорошей дороги. Спасибо. Другое дело.
Лилихаген. Да, я его прямо здесь и нашел. Ясно. Ты как? Прекрасно. Всего лишь задремал на ветках. Как думаешь, его стоит отправить к психологу? Ну, это... к психологу, да. Лилихаген, тебе пора кое с кем побеседовать. Есть? Вот, блядь. Внимание, отряд! За мной! В голове сразу столько мыслей. Стоило только лечь. Когда я был маленьким, я во сне всегда приоткрывал один глаз. Как-то я проснулся, а на меня пялился отчим. Жутковато, ведь мне было 9. Он хотел сыграть в «Кто в шляпе?». В этой игре трое садятся в ряд и передают друг другу шляпу. Отчим сказал мне раздеться и намазаться солнцезащитным кремом. «Кто в шляпе? Передай мне шляпу! Давай, снимай ее!» Ночью я надристал в штаны. Кстати, одноклассников я ненавидел. В итоге я убил лопатой соседского кота. Это... еще не все. Я сшил этому коту одежду, повязал веревочку и выгуливал его. Ходил и напевал «Кто в шляпе? Кто в шляпе?». Ясно, что... следующий. Это травма... Лилихаген. Проходите. А, это... вы психолог? Да, заходите. Я устал разговаривать. У меня живот разболелся. У вас есть парацетамол? Есть.